было, не было. Использовал духов и мистику в своих целях. Да. Комплексовал из-за своей внешности. Нет. Замерял свое мужское достоинство. Нет. Нравилась девушка друга. Да. Насылал проклятия. Да. Врал людям по работе. Нет. Завидовал какому-то экстрасенсу. Нет. Был роман с фанаткой. Да. Жалею, что не сложилось с Мерлин. Нет. Стесняешься духов в уборной. Боже, спасибо. А вообще они есть в уборных? Видел их? Ну, как-то они не стараются туда. Духи, только если солдаты. Дальше. Платил деньги за любовь? Нет. А хотел? Нет. Пел в караоке женскую песню? Да. Разглядывал то, что высморкал? Да. Испытывал чувство, что ты круче других? И испытываю. Носишь... То, что высморкал, кстати, только вот по обстоятельствам, ребят. Носишь с собой контрацептивы? Да. Делал интимную стрижку? Да. Жалела об участии в каком-то проекте? Нет. Сидел на антидепрессантах? Нет. Надевал нижнее белье наизнанку? Да. Ну и последний вопрос. Были проблемы с законом? Нет. Ну и ладно. Ты думал, что что-то будет страшное? Это была рубрика... А каверзные вопросы, я что-то не понимаю. Каверзные? То есть это нормально? Сашка, он считает, что это лайтово. Дай-ка жару мужчине. Стеснялся сдавать анализы по-мужски? Нет. Занимался любовью втроем? Да. Тебе понравилось? Да. А им? Секунду. Дверь закройте. Это были люди? Или это духи? Те трое. Это духи или люди? Кто это был? Ну, слушай, духам уже не нужно. Ну, мало ли. Давал свой неправильный номер телефона? И даю. У тебя был на этой неделе секс? Да прям сегодня был. Серьезно? Сюда, завершим так разговор. Он в этой жизни, по-моему, попробовал абсолютно все. Нам до него далеко. Красавцы. Курочкин и Соколов. В эфире Love Radio.